Ну, то есть, она это имеет в виду. Ты мне будешь опять говорить, что про объем работы, что мир не идеален, и тебе надо объем, ну, то есть как бы, надо понимать себя просто. С чего начать? Да, понимаешь. Смотри, ты начинаешь работать, становишься успешным в этом мире, и как бы, и дома все начинают что делать? Понимаешь, да. Ты становишься занят и не агрессивно, как бы ты становишься, да, понимаешь. Ну, это тоже как-то непонятно, да. То есть не строишь никаких отношений, а просто ты в этом, ну как бы, ты человек, как бы, и ты, да, понимаешь, он тебя. Ну, видишь, как бы, нет, ну, он тебя понял уже просто. То есть, следовательно говоря, понимаешь. От этого зависит и здоровье твое, которое не будет портиться, потому что ты его тренируешь только работой. Так то наоборот, только она понялась. Ну, типа, ну да, ну в каком-то смысле, ну и чё? Но она про это говорит, нет, она про это говорила тебе. Ну, что ты хочешь сказать-то, что ты себя, ну, про это имеет в виду, и ты отдыхаешь себе. Я аж слушать даже не могу. Смотри, градиент сойдет на нет. Да. То есть это просто время, которое ты не отдал никому. Да, понимаешь, то есть которое ты сделал во вред себе, да. То есть ты потребляешь, деньги зря тратишь. Деньги — это ресурс, который надо лучше использовать. Время идет вперед, ты их используешь лучше и не вкладываешь их в семью, где и так канцероген уже давно. Много головы, да. Да, то есть и так далее. То есть здесь негде ошибаться даже, понимаешь. Да, понимаю. Но он наоборот, да. Ну так оно и есть. Ну и что, а дальше как будешь жить? И потом не спрашивай, как бы, да, ты понимаешь. Ты просто не понимаешь всю глубину моей правоты, проблемы, вопроса, чего угодно. Что, ну да, понимаешь, ну да. Что жизнь такая была и такая и останется, понимаешь? А ты будешь как что-нибудь, как настоящий мужик, начнешь все, да, понимает он тебя. Ну да. Только есть, вот видишь, а ради чего? И ты такой, ой, да, понимаю, ну вот если, ну поймешь. Обязательно, обязон, ты мужик, тебе есть ради, да, ты обязан перед, да, перед, давай даже оставим, перед собой ты обязан. Они все взяли и умерли, все нахер. Просто перед тем, что заложено в тебе, как в организме, который мужской, и который чё, ни обезьяний, ни тараканий, ни какой-то там другого животного, существа, у которых нету мозгов и так далее. И даже не как человек другой эры и эпохи, да. А именно вот такой вот, да, товарищ, да. Ну, имя, фамилию это можно даже оставить, просто, да, понятно. Вот это, ну, вот это и он есть, какая-то. А, вот это он думает. Да наоборот, да. Ты просто не понимаешь, что, как бы, насколько я прав, я просто, да. Ну ладно, я не знаю, как это объяснишь. Как бы я не то, что что-то настаиваю, у меня самому даже, то есть. Я чуть-чуть это самое, да, понимаю. Да. Поймешь. Ты просто сам тоже не хочешь, как бы, себе хорошей жизни, ну, как бы, слушай, ну, ты видишь, хорошая жизнь, это из той серии, вот я сегодня с утра говорил, что мы сегодня с утра говорили, то есть ты зашел и накакано, то есть, как бы, понимаешь, то есть это есть хорошая жизнь, и тебе еще раз говорю, что, скорее всего, для этого тела человеческая еда, то, что ты считаешь едой, это просто вообще несъедобно, понимаешь, то есть, ну, для этого, для твоего тела. Оно ведь тоже гуманоидное, человеческое, да, я понял. Ну как я, как вариант, ну да, для этого тела еда несъедобная, да, понимаю. То есть то, чем ты так гордишься, что ты ешь тройной окорочок за $500, например, а не обычный окорочок за 50 или за $5, и ты ради этого работаешь, как сумасшедшая, да, понимаю, а больше, да, понимаю. Да, то есть, гордит, ну накакано, то есть это позорно. То есть люди зайдут так, и труп лежит с этими окорочками, то есть, позорно, и он работал на это, понимаешь? Понимает. Стоит, да, понимает. Да, понимает он тебя, да. А, ты про меня, что ли? Да, тебе говорит, да. А, я тогда нет, я, да. Ну хорошо, ты как бы понимаешь, да, ты о себе говоришь. Я тебе говорю, что, да. Ну, любой человек, неважно какой человек, потому что все планы не сводятся к тому, когда быть, как бы прожить. Как бы что-то проесть, проспать, прожрать, как бы, да. То есть, как бы, они все не мужские, как бы. Если, в основном, да. То есть, уровень быдла, так скажем, да. Или потребление. Так, это ты уже сказал, канцерогенный, да, понимаешь. Да, понимаешь. То есть, как бы, проклятые сами собой. Ну, нездоровые зато. Нездоровые. Ну, она поняла, я уже.
нам, наоборот, она просто... Женщина, не умирайте, пожалуйста, у меня. То есть, лучше... Да, понимаете, просто. Ну, наоборот. Здоровье, оно естественное, натуральное, понимаешь? Да, для него даже косметика не нужна, по сути, если что. Разве не так? Слушай, да, безобразность, безобразность. А, ну нет, понимаешь. То есть сторона улучшения, она находится в противоположную сторону от того, что куда вы хотите жить, то есть, да. Скорее всего, так это получается, да. То есть у вас вектор направлен, это так уж не в ту сторону, я понял уже, да. Дельта Т даешь, и скорее всего, судя по всему, он как бы в ровном движении. А ты про меня говоришь, да. Ну, это уже не один, да. Они мне денег не дают, понимаешь? Мне деньги нужны. Нахера у меня стоит, что это, я еще раз тебе объясняю, я их никого размножать не собираюсь, то есть не буду, то есть это нонсенс, что я, да, понимаю. То есть мне нужна жена одна на постоянной основе, и та среди них ее нету, как бы, то есть ноги будут чисто так, да, понимаю. Да, понимаю. Наверное, да. И ничего страшного, ты что мне сейчас угрожать будешь? Я тебе еще раз говорю, наработаешь, ну вот и все, понял ты меня, да. Да, нормально, как раз, да, понимаю. Потому что женщина это не мужчина, понимаешь? Да, вот это в их интересах, причем не в лучших интересах, не в нужных. Чтобы, да, понимает она, вот и все, лично. Да, то есть они сами себе зла, по сути, желают. То есть, когда они, что, да.
Это долго, ой, тем более, если отвратительно теперь уже стало, мерзко, да, я понимаю. То есть, как бы, а почему ты своим детям это не объясняешь, если ты такое доброе, красивое, большое? А, потому что ты шушер-мушера, да, понятно. Да. Ну. Тем более, то есть буквально смерти твои хотят, понимаешь? То есть женщина отвратительно просто, окститесь, мадам, мамзель, наоборот, да. Ну я не пытаюсь тут оскорбиться или что-то сказать, что да-да-да, то есть, ну ты поймешь меня, что да-да-да, что не сю-сю-сю, короче, да. Ау-ау, и коврови там, да, понимаю, что они тоже люди, короче говоря, но противоположного пола, правильно понял, что, да. И их норма, она, женская норма, она не мужская, их норма не женская, как бы. Их норма не женская, их норма не женская, да. Да, понимаете, да. Нет, да, наоборот, да. Вроде как должно нормально быть.